заберу, дорогая. Ну, за полторы заберу. Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено репортажу птичьего рынка в городе Кропоткине, который называется ярмаркой, выставкой. В общем, сейчас пойдем по рядам, посмотрим цены, посмотрим ассортимент декоративных птиц. Уточняю местоположение. Краснодарский край, город Кропоткин, речная 6. Сегодня на выставке большой ассортимент разных птиц, кошек, курей, собак. Мы будем выборочно идти по декоративной птице. Канарейки, попугаи, амадины. В основном на это будем обращать внимание. Друзья, обратите внимание. Вот сейчас попались редкие птицы. Вот эти неразлучники. Это неразлучник Фишер. Вот такие вот по 3000. Вот эти 2500. Вот такой вот у них цвет. Карел сегодня у нас много, но цена не падает. 2500. Вот такие вот волнистые по 500 рублей. Ну произнеси, это же птиц по человеку. Радужные по 1500, по 2000. Он знает, что это сказ. Он знает, что это сказ. Ну как договариваться? Такие вот канарейки по 800 рублей, по 900 рублей. Друзья, вот корзинки. Без ручек по 200, с ручками 250. Дайте, пожалуйста, 5 штук вот таких. Ну что, держи. 8903. 452. 452. 93, 28. 93, 28. Все, кому нужны лукошки, обращайтесь. Без ручки 200 рублей. Вот такие. С ручкой 300. Все. 250. Друзья, амадины 250. Посмотри, сколько их там. Неразлучники по 900 рублей. Вот такие разовые по 4800. Друзья, кулик злый. Сколько стоит? Полторы голова. Полторы голова. Кулик злый. Такие вот выставочные волнистые. Почем они у вас? 2,5. 2,5. Почем у вас неразлучники? По 900? Да. Угу. Так, а здесь почем? По 1000. По 1000. А какая редкая расцветка? Полторы. Так, а зеленый в какую цену? 800. 800. Молодежь. Видите, черноклювики. Спасибо. Друзья, вот еще карелы по 2500 молодые, красивые. Друзья, кокарики по 2600, 2500. Да вы не обзор снимаете. Розевы по 4,5, по 5000, вот пестрые 4,5, эти по 5. Вам кто интересен? Мальчики почем, да? По 2,5. Мальчики по 2,5. А девчонки внизу, это мальчишки вверху. Белые 3. Белые по 3. А какую цену такие канареечки? Можете сказать? Это самки красная мозаика по рублю. Самки красная мозаика по 1000. Самец муаровый 3000, друзья. Этот самец красная мозаика, тоже цена 3000. Друзья, хорошая зерновая смесь для канареек именно. Вот канарейки корм, это вот. Попугай. Вот канарейка. Видите, вот такой надо кормить. 100 рублей килограмм. Килограмм 100 рублей. Это бельгийские самцы. Это бельгийские самцы, а цена какая? 3000.
Вот, пожалуйста, бельгийские самцы. Сегодня даже есть цену. Если будете брать, я вам скажу цену. А вот так не скажете? Скажу. 27. Скажите. Отдать, значит, самцов по 4, полтора рубля, а самочек два за полтора. Вот Володя, спасибо. Что, говорит, по 200 не отдам. Друзья, клеток большой ассортимент. Приезжайте, выбирайте. Молодежь, не разводчики, по 900 рублей, пестрые, самые красивые. Можно, только осторожно. Мы тебя в интернете смотрим. Желтые неразлучники 900 сколько? Рублей. Да, где подсказка? Вот она. Вот она. Друзья, большой ассортимент корма, уже урожай этого года. Некоторые, вот, допустим, пшеница, овес, ячмень этого года. А вы и да, дешевле, а он же вбит. А почем у вас, почем белые рисовки? 1000 рублей. Что-то. 1000 рублей. Ну, я наоборот реально. Почем пенанты красивые? Почем? 10. Пенанты по 10. Синие кокарики по 6. А эти по 2,5. Такие рисовки по 800 рублей. Вот еще вам продаю дырявку. Ну за полторы заберите. Ведем репортаж с выставки ярмарки город Кропоткин. Сейчас посмотрим, пройдем. 4-й и 5-й ряд будет сейчас. Друзья, вот карелы молодежь. 2700 цена, 2500, ну, смотря кто сколько берет. Очень большой сегодня выбор чучел разных, красивых. Вот такая вот лисица, 8 рублей. Вот голова кабана, 12. А почему у вас голуби? Да, цена разная. Цена разная. Интересует. А вот которые белые? Белые по 400. По 400. По 500. Вот представлены для бани, для охотничьего домика. Пожалуйста. И цены сразу есть. Это группа B витамины. Витамины, лекарства разные. А почему у вас такая курица? Ну это у кого в Славянске? Вот такая курочка 800, идет с петушком. Петушок вон он сидит, 1500 стоит. Вот в 5-м ряду обнаружили мы морских свинок по 250 рублей. Молодежь. Это декоративная группа. Ведро семечек 200 рублей. Золотые рыбки. Такие вот рыбки от 100 рублей и выше. Скалярий по 80 рублей. Друзья, арбузы по 8 рублей. Здесь даже лук есть, и картошка, и овощи. Вон цена на лук 25, 18 рублей поменьше лучок. Что собачки? Какая имя? Ну вот это. Вот это 3. 3000?
Карелы 2500, недели с гнезда, да? Постарше, немножко вот эти немножко, полтора месяца. Чуть-чуть подщипаны, вот, даже. Вот этот, они немножко повзрослее. А эти еще совсем малыши. 2500, да, цена? 2,5, да. Собачки тоже ваши? Собачки тоже наши, конечно. А собачки почем? То и терьерчик. Вот такие по 6 тысяч, черные, один мальчик коричневый за 7 остался. Спасибо. И какая?